Идти в ногу со временем, учитывать меняющиеся потребности рынка труда – лейтмотив деятельности Ленского учебно-курсового комбината. Только за прошлый год в его стенах прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям 1841 работник компании «Алроса». Еще одно направление деятельности комбината – обучение промышленной безопасности и охране труда. В 2016 году этой образовательной программой было охвачено 265 инженерно-технических работников. Проводим семинары с приглашением сторонних учебных центров по таким направлениям, как бухгалтерские курсы, компьютерные курсы, обучение по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. Вот в настоящее время проходят два семинара по пожарной безопасности с преподавателями из Санкт-Петербурга. Пожары проще предотвратить или, на крайний случай, минимизировать их последствия. Поэтому преподаватель, приехавший в Ленск уже в третий раз, делает акцент на профилактические мероприятия. Слушатели изучают пожарный технический минимум, обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты, их содержание и эксплуатацию, а также мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Данные программы, они, конечно, являются на сегодняшний день очень актуальны. Потому что в области пожарной безопасности работники, сотрудники, которые будут назначены ответственными за эти направления, они должны знать и иметь представление о нормативно-технической документации, регламентирующей требования пожарной безопасности, по взаимодействию с органами надзора в области пожарной безопасности и с обслуживающими организациями специализированными, которые выполняют работы на данных объектах. С этих семинаров фактически стартовал очередной учебный год местного филиала Центра подготовки кадров «Алроса». Наряду с обучающими мероприятиями в области охраны труда и промышленной безопасности, в течение года здесь также пройдет подготовка и переподготовка по двум десяткам рабочих специальностей и различные инструктажи. В последние годы в списке слушателей кандидата не ограничится работниками алмазной компании. Также обучаем для сторонних предприятий на Ленской площадке. Основной сейчас приоритетная задача стоит именно обучение, привлечение объемов по стороне. Начали работать в прошлом году с такими предприятиями, как Тасюрях, нефтегаз, добыча, Ленская ПТС, другие предприятия бюджета, бюджетные предприятия города Ленска и Ленского района. Постоянно сотрудничаем с Центром занятости Ленского района по обучению безработных граждан. Только за две недели работы преподавателей Санкт-Петербурга ими уже обучено 80 работников местной производственной площадки АК «Алроса». Сергей Борисов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».